Но в кольцо не пролетишь. Этот, пролети в кольцо. Управлять автомобилем не так сложно, как дроном. Это по-настоящему тонкая работа. Здесь нужны точность и аккуратность. Малейшее движение вправо-влево, оно может привести к центробежной силе, которая может, соответственно, привести к аварийной обстановке. И в целом, то есть дрон перевернется, либо его просто утянут. За одну неделю операторы с нуля постигают все азы управления беспилотниками. И разведывательными, и боевыми. Тренируются в полевых условиях. Губернатора посвящают во все детали. Как управлять дронами, из чего состоит рюкзак оператора, как ориентироваться в полете и выполнять боевые задачи. Он сейчас все видит сверху? Да? Он абсолютно нас видит. Он можно дублировать, соответственно, со второй пары очков. То есть я могу одевать, и мы ассистентами выступаем, мы друг друга, получается, помогаем. Да. Почему? Потому что у него туннельное зрение, он видит только объект. Я, соответственно, анализирую все, что находится у нас вокруг. Да. То есть, если в поле зрения моего появился объект более перспективный, например, какая-то установка, да, либо огневое средство, да, либо техническое средство, я его уже начинаю потихоньку перенаправлять. То есть он работает только по своей цели, я веду только анализ. Далее у нас в перспективе еще есть работа тоже с подразделениями, тоже получается с людьми, которые, то есть, готовы работать в данном перспективном направлении. Хорошо, молодцы. С Александром Богомазом встретились представители издания «Ридовка». Взяли интервью, а заодно вручили подарок нашим ребятам на границе. Медиахолдинг «Ридовка» передает эти прекрасные ФПВ-дроны для того, чтобы земля наша всегда была под защитой. Не, а вот сейчас вот мы обучались на таких дронах? Да, это вот такой тип дрона, который сейчас показывал вам полет. Полет, да? И эта «Ридовка» нам дарит на границу, да? Да. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Дай Бог, что они принесли пользу. Но я уверен, что принесут. Александр Богомаз отметил, важно поддерживать наших бойцов не только технически, но и морально. Дмитрий Газин, Матвей Николаев, Виктор Левченков, Брянская область.